Всем здравствуйте снова. И сегодня я попытаюсь показать красивый Турин в центре. Мы погуляем, посмотрим красиво оформленные магазины к Рождеству, витрины, елочки. А сейчас мы находимся на моей любимой площади Сан-Карлос. Здесь две такие церкви стоят. Очень они мне нравятся. Ух. Так что идем гулять. Кать, тебе нравится архитектура Турина? Это для интервью? Да, это для интервью. Я потом расскажу. Нет, расскажи сейчас. Тебе не нравится архитектура Турина? А какая тебе архитектура нравится примерно? Флорентийская? А, Неаполя? Неаполя, да? Ясно. И южный городок. Итальянский. Andiamoci a tuffare, è bello galleggiare, guardare il mondo a testa in giù, mi perdo dentro il cielo blu, mi sembra di volare, un altro posto come questo no non c'è, il paradiso è un sorriso, il resto poi verrà da sé, è un'isola incantata che ognuno ha dentro sé. А, Пьяцца Костелло. Мы можем туда, потом туда. Я еще не выучила. Витторио Эммануэле, вот эта пьяцца, как она там называется. А. Там вообще здорово, наверное, сейчас. Здорово, да. Ну тогда пойдем. Сейчас елочку рассмотрим, из чего она сделана. Всякие продают. Люди. Висят. Вот таких людей я уже снимала, по-моему, да. На шоколадном фестивале в Турине. Что с тобой? Ты падаешь. А тут непонятное здание с номерами 27-22 на тематику тоже Рождества. Ну что это вот? Я в прошлом году рассматривала как-то. Непонятно. Почему с номерами? Может быть, даты? Нет. Не даты. К нам идет Микки Мау. Нет. Я ни при чем, я не его снимала. Я не буду денежку там искать. У меня нету монеток. Нет у меня монеток. Ну вот так вот. Кать, тебе нравится? Нет. И мне не нравится. Нашла у кого спросить. Последнее время ничего не так. Ну тогда елочку посмотрим. Елочка, тебе нравится, Катя? Нет, Лена. Смотри, как она ажурная, милая елочка, беленькая. Просто ее поставили куда-то в угол и да. Листовками вот этими непонятными рекламными такое ощущение. И какая-то еще полупакет на ней. Зачем? Зачем? Надо было в центре поставить, было бы хорошо. У нее солнце падало, да? Наверное, вечером красиво. Вот все украшено гирляндами. Фонарики, фонарики. Такое ощущение, что ее крючком связали. Елочка, елочка. Что мы напротив солнца увидим? Палаццо Мадама, да, вот это? Его
более старая часть, его более новая, да? Наверное, так, потому что совсем два разных по архитектуру стиля. Мне хочется походить очень по музеям. Мне хочется в Мулен-Толиньяно сходить прям очень. Сверху тоже Турин посмотреть. Красиво. Я была два раза, или даже три. Но мне снова хочется в Мулен-Толиньяно. Нет, этот музей. Ну, он так меняется, кстати, обновляется. Делают своими руками. Вот так вот очень много мастеров, которые делают и игрушки, и сувениры. Мне, наверное, не слышно. И украшения. Да, и продают за копейки, вот по 5 евро. Ну там работы, конечно, достаточно много, а продают за 5 евро. Просто даже вот смотришь и обидно. И кто покупает? Я не видела ни разу, чтобы что-то покупали. Кожаные изделия. Ну я однажды купила серьги с этими, с перышками. За 5 евро. Ну все равно столько работы. Я просто сама изготавливаю украшения и знаю, как это обидно, когда твой труд не востребован. Из-за того, что большая конкуренция. Старенький трамвайчик. В общем, так. Витрины. Ну, кстати, я ожидала большего от витрин. В плане украшений и росписи. Да? Как-то вот мало. Мы на красный, как обычно, как все, короче. На красный что-то. Все шедут, и мы пошли. Пьяцца Витторио, да, называется? Да. Пьяцца Витторио. Пьяцца Европы. Даже Европы? Да. А я просто думала, что Турина. Ничего себе, так и не скажешь. А Гарибальди самая длинная. Улица? Улица пешеходная Европы. Ух ты, Катя, ты нас сейчас посвятишь. Нет, я надеюсь, все слышно. Помада, она будет краситься. Короче, как обычно, девочки вышли пофотаться и не смогли не совершить маленький шопинг. Кстати, я чуть не купила платье, да, но не купила. Ладно, будем искать. Дед Мороз едет. Ла Туринезе. А, как классно, слушай. С колокольчиком. Я опять поснимаю. Мы приближаемся к Гран-Мадре. Кстати, вот она, река По. Здорово! Дымка, туман, такой желтоватый цвет. Прямо очень романтично. Кать, романтично? Угу. Фиа Чинкваченко, Чинкваченто.
500-й фиатик. Кстати, хотела бы себе машинку 500-й фиат. Такая она смешная, хорошо, маленькая, чисто женская. Мне понравилось, когда я приехала. Да? Потом я поняла, что у нее столько недостатков, что она мне перестала нравиться. А что из недостатков? Это какие-то технические характеристики? Ну, во-первых, она не подходит для наших стран, потому что у нее мотор очень слабый. Для каких? Для наших? Ну, для России. Зачем? Ты же ее не возьмешь в России. Не, ну понятно. А вот здесь ездить? Теоретически-то я имею... Мне сначала она так нравилась, что я думала, почему их не производят в России. Вот она такая. У нас бы их раскупали просто. Думаешь, раскупали бы? Я думаю, что нет. У нас любят более вычурные, более богатые, более дорогие машины по возможности. Много маленьких. Да? Ну, российских. Российские, да, в Москве? АвтоВАЗа много. Нет, я имею в виду маленьких машин. Вот этот есть, Volkswagen Жук. А, Volkswagen Жук, ну да. Такого класса. Угу. Она мне казалась очень эстетичной, потому у нее очень сильно запотевают стекла. Да? То есть вообще, даже если там находятся два человека, и вот в такую погоду там прям вообще в бане. Я не знаю, у них с кондиционированием какая-то беда. А ты вообще ездила, сидела в этой машинке? Я просто ни разу, да? Я ни разу. Ну, до места, конечно, вообще. У моих знакомых такая была. Они все на нее жаловались. Все жаловались, да? Слушай, да. А я хотела в будущем приобрести. Ну, вот когда уже сдала бы на права, покупала бы машинку. Мне больше нравится, она маленькая и идеально для парковки. В Турине, когда парковочных мест никогда нету, коротенькая. И Гран-Мадра. Гран-Мадра. А, нет, сейчас покажу Феррари. Гран-бар, ну ладно. Самый Гран-бар? Бар Турина. Да ты что? Считается. Просто барчик, как вот обычный. Круассан-кофе. Круассан-кофе, да. Может, внутри очень старинно, красиво. Хотя не скажешь, что здание старинное, да. Нет, внутри ничего там не старинное. А-а-а. Не знаю, почему. Там вот оно. Осень золотая. Вот такой декабрь. Ладно, здорово. Гран-Мадра очень красиво. Очень красивое здание. Белый центр. Да, магия. Белая, кстати, да, белая зона магии Турина. Об этом я рассказывала немного в своем прошлом видео. Уже затронула эту тему. Ладно, что у нас здесь? До Савонны 137, до Дженова, господи, до Генуи 171 километр. Кунео, кстати, тоже далековато, 88, да? Ладненько. Ой, какая машинка! Что это они там везут такое? Непонятно. И вот люди бегают, спортсмены вокруг. Мы пока шли по аллейке, встретили уже трех. Все вокруг бегают. Молодцы. Ой, арка красивая. Сейчас сниму арку. Точно, Деда Морозик. Интересно, что они делают, а? Интересно, они леденцы раздают в этом году? Просто раздавали. Там, по-моему, даже олени есть. Я хочу туда. Олени, Деда Морозики. Я вижу людей наряженных. Классно. Сейчас постараюсь показать. Но, наверное, не видно будет. Там за аркой они. Трясется камера. Боже. Так, Катя, стой. Вот они. Они катаются на роликах. Просто с народом катаются на роликах. Как здорово. Где-то есть народ. Да. И там нет оленей, там просто люди с рожками. Просто люди с рожками. У нас в университете ходили в шапку с морозских студентов. Когда? А вот на этих. А, уже на этих? Да, у них здесь вообще все равно начинается. Народ, есть народ.
маленький обзорчик. Вот одна часть политехнического университета, такой он большой. С этой стороны говорят музеи, а дальше уже ближе к фасаду сам университет. Но там опять же не все факультеты, вообще далеко не все, да? Только архитектура. И то часть. Самый известный в Турине политехнический университет. Здорово. Вот такой красивый замок. Называется Борго Медиавале. Сейчас мы зайдем внутрь. И мне там еще очень нравятся магазинчики. Магазинчики со всякими такими аксессуарами, саблями, я не знаю, шпагами. Очень-очень красиво. Еще одежда мне нравится посмотреть. Всякие рыцарские. Вот они, эти старинные платья. Вот так одевались дамы, да? Если, по-моему, внутри снимать нельзя. Но снаружи, если очень быстро, то можно. Доспехи рыцаря там стоят. Правда, маленькие такие. И большие тоже есть. Вот он, самый университет, который до этого я снимала позади, из рыжего кирпича. А теперь его великолепный фасад. Шикарно. Шикарное здание. Ой, я бы хотела бы именно здесь учиться. Это ж так круто. Ну, так красиво. Вот эти корпуса. А вот эти корпуса? Да, это замок там, по-моему. Там замок, вообще ничего замок. Нет. Там экскурсии водят. Экскурсии водят, слушай. Я же таки надеялась, кто-то же мне говорил, значит, я неправильно поняла. Вот эти корпуса, почему они такие некрасивые? Они называются Валентина, архитектура. Там даже вход другой был. Все, здесь не учатся. Нет у меня больше мечты учиться в политехе. Ясно. Но все-таки здесь внутри я не была, вот как в музее, я не заходила чего-то. Надо будет, все впереди. Январские каникулы. Замок Валентино.